Доброе утро. Вот и зима. Ну что, пока, крокусы. Видимо, и в этом году я вас тоже не увижу, как и в прошлом. Замело вас, бедняжек. Ай. Ну, короче, сегодня у нас зима. Кот, ты рад? Что-то не вижу радости на твоем лице. Морда-лице. Нет, нету радости. Да, у меня тоже что-то не очень. Ну ладно, надеюсь, ты ненадолго. Доброе утро. У меня тут в кадре одно чудовище лежит. Да? Чудовище. Ну, он не совсем в кадре, но вот он здесь есть. Пытается меня кусать. Все, лежи, не мешай мне. У меня яичко. Яичко со сметанкой. Три яичка со сметанкой. Да, блин. Только включила. Уже что-то надо. Кому-то что-то сразу надо. Да, блин, не надо обновляться. Кристюша, что-то у нас с тобой в кадре половина окна. Сейчас, погоди. Ты мешаешь мне. Ты понимаешь, что ты меня, во-первых, демотивируешь. Солнышко. Красота у нас сегодня. Только черная морда тут лежит. Будем кушать яички, будем завтракать. Сейчас просто мужик идет и смотрит в окно. Я же около окна сижу. Ну, смотрит и смотрит. Какая нам разница? Все, Кристюш, во-первых, тут шторы, во-вторых, ну, хватит. Тебя, во-первых, тебя все равно не видно. Умиляюсь тобой только я. Короче, наверное, это я ему мешаю. Это я пришла, он же здесь лежал. Ну, извини, пожалуйста, что помешала. Короче, яички. Кушаем. Что тут, это шерстяка, что ли? В доме, где много котов, шерсть — это приправа. Да? Чудовище. Вообще, сегодня чудесный день. Мало того, что я с утра уже убрала всю квартиру, помыла холодильник, погуляла на минуточку. Время только 2 часа. Я сегодня встала рано. Я в 9 часов встала. У меня второе дыхание открылось. Потому что у меня скоро отпуск. И оно взяло и открылось. Ну как скоро, в апреле? Но вчера лазила, смотрела билеты. Наверное, на этой почве организм такой: блин, круто, мы скоро поедем отдыхать. Давай. И взбодрился. Давай, это лапами только не трогай штатив. Вообще, тебе хорошо бы когти подстричь. Опять мимо. Нужно было, конечно, нормальную тарелочку взять, я в контейнере. Но, блин, честно говоря, я не собиралась снимать. Потом такая думаю, блин, а чё нет? Время есть. Так, спокойно. Хвост, ну, алё. Алёнушка. Вот так и живём. Я у них живу, не они у меня. Снег, кстати, не тает. Он сегодня, по-моему, минус 2, минус 3. То есть такая минусовая температура. Ну ладно, ничего. Так и быть, пару дней зимы переживу. Короче, скорый отпуск меня вдохновил
на бурную деятельность. Вообще обожаю вареные яйца. Мне кажется, вкуснее ничего нету. Блин, единственное, забыла. Хотела утром съездить еще за черной маской в магазин. Забыла. Ну, блин. Память девичья. Мы пойдем поработаем. Потом вечером я жду гостей. Так что денек сегодня будет чудесный. Он уже чудесный, а будет еще чудеснее. Вообще, когда светит солнышко, даже если мороз, все равно как-то, знаете ли, веселее становится. Блин, все было вкусно. Контейнер оближешь. Все. Чудовище рядом. Такие вот дела. Ну, кстати, сегодня снега не было. Это все, что за ночь нападало, лежит. Надо чайку еще делать, да? Чайку? Еще чайку? Ну, пойдем сделаем еще чайку. Все, а я на этом со всеми попрощаюсь. Хорошей всем недели. Завтра пятница. Боже, как это прекрасно. Как прекрасно, когда на улице солнце. Завтра пятница. Что это? Шкурка от яйца. Завтра пятница. И у меня скоро отпуск. Это же так прекрасно. Все. Всем хорошего дня и пока-пока. Блин, красить волосы надо. Да, я знаю. Ну, ничего. Я куплю краску, надо краску купить. У меня осветлитель есть. Осветлитель есть, а вот краску надо купить. Значит, видимо, сегодня все-таки мне придется доехать в Жуковский и за маской, и за краской. Ну, это ж чудесно. Такую погоду. Одна радость ехать, когда на улице солнышко. Все, ладно, всем пока-пока. Так, ты попрощаешься со всеми? Он прощается, но его не видно. Его не видно, но оно есть. Так, ротяку не открывай. Ротяку на мать не открывай. Ух ты, смотри, какой характер, а? Собака ты. Все, мы прощаемся. На улице солнышко, штатив, контейнер пустой и кот. Романтика, романтика. Ай, все, всем. Так, шторы не трогаем. Все, давай. Всем пока-пока. Блин, мой чистенький холодильник. Его даже не хочется едой омрачать. Да не, шучу. В принципе, у меня тут еще по-богатому. Морковку нарезала. Фильм буду смотреть, морковку буду грызть. Мангу. Это грейпфрут. Это компот. Не влез грушовый. Грушевый. Не знаю, как правильно. Соевый соус надо докупить. Это вареница. Как ты бесится. Что за бесиловка? Закрыла пледом угол, потому что все равно хоть у них и дерушка их вся новая, норовят подрать. О, патчи у меня тут еще одни лежат. Надо их использовать. Все, в общем, вот такие дела. Вот теперь точно всем пока-пока.